Научиться владеть оружием и создавать семейные альбомы. 5 мастер-классов и бесплатный концерт проведут на этой неделе в ЦК ИОМИ. Там решили организовать ярмарку гражданских инициатив. Более 3 десятков стендов расскажут северодвинцам об общественных организациях города. Все желающие смогут научиться создавать обереги и освоить мастерство скраббукинга, оформление семейных альбомов. Самым смелым предложено изучить азы владения холодным оружием, казачьими нагайкой и шашкой. Отдельный мастер-класс посвятят созданию мультфильмов. И еще одна изюминка ярмарки – выступление мимо. Каждая общественная организация попытается представить себя в лучшем качестве, в лучшем виде, рассказать о себе, показать о себе, показать многогранность своей работы. Я надеюсь, что каждый присутствует. Житель города, который придет на эту ярмарку, будет приятно удивлен и будет однозначно заинтересован всем происходящим. Жители города и представители общественных организаций ждут в эту субботу в ЦК ИОМ. Мероприятие начнется в 12 часов.